Как противостоять незаконному обороту промышленной продукции? Вопрос не праздный. В стране, да и в области в частности, полно фальсификата и контрафакта. Особенно сейчас, когда мы живем в условиях санкций. Даже используются такие ходы, как на продукцию, которая запрещена для ввоза, значит, размещаются, значит, этикетки, которые говорят о том, что это произведено там, что не подпадает под санкции. Ну, в общем, на разные ухищрения идут. Чаще всего контрафакт встречается в 5 отраслях: авиационной, автомобиле и сельхозмашиностроении, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности. Незаконный оборот товаров несет серьезную угрозу для экономики области. С одной стороны, теряется существенная часть налогов, не соблюдаются требования технических регламентов, нарушаются стандарты ветеринарных, фитосанитарных норм. С другой стороны, необоснованно заниженные цены на определенные виды контрафактной продукции наносят ущерб легальному производству. И все же в первую очередь от нелегалки страдает потребитель. Ведь он ест и пьет черт знает что. На прилавках с алкоголем доля подделки от 40 до 60%. Среди молочного ряда особенно пугает сливочное масло. Треть проверенных образцов – фальсификат. А если учесть, что подделывают комплектующие в авиации и строительстве – впору воскликнуть, как страшно жить. В домах становится холодно, либо там обрушение зданий идет каких-то, либо, соответственно, значит, люди употребляют как бы в пищу там продукцию, которая, ну, в общем-то, не является той, которая как бы декларируется и заявляется. Итогом этих депутатских слушаний стал призыв к объединению законодателей, чиновников, правоохранителей, легальных товаропроизводителей и общественников. Победить фальсификат можно только сообща. Кстати, наши Заксобрание уже ударило по нелегальному рынку отопительных приборов. Депутаты предложили включить радиаторы и конвекторы в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. И правительство, как было сказано на этих слушаниях, готовит соответствующее постановление. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал.